11 мирницев получили золотые знаки ГТО. Вручение удостоверений спортивным горожанам приурочили ко Дню народного единства. «Готов к труду и обороне» – это программа физического воспитания молодежи, созданная еще в 1931 году. Нормы ГТО мирницы разных возрастов сдавали летом. Женщины подтягивались, бегали на время, плавали, стреляли из пневматической винтовки. Золотые знаки и удостоверения получили депутаты городского совета, сотрудники мэрии и активные горожане. Отметили и победители конкурса видеороликов среди военно-патриотических клубов. Воспитанники рассказали о деятельности клуба, вовлеченности в городские и районные мероприятия. Первое место досталось ребятам клуба «Вулкан» из школы номер 8. Сегодня в Мирнинском районе действует порядка 20 военно-патриотических клубов.